Миграция в современном мире – это процесс, конечно же, объективный. И в настоящее время трудовые мигранты, они покидают территорию в поисках лучшей жизни. Однако зачастую они не находят той лучшей жизни. Да, и они как раз наоборот получают малооплачиваемые места рабочие. И однако, если мы говорим о высокопрофессиональных специалистах, то ситуация обратная, наоборот. Идет борьба на мировом рынке за высококвалифицированных кадров ввиду глобального кадрового кризиса. Ну и сегодня Канада, Америка, Европа столкнулись с проблемой большого количества мигрантов. Россия также не избежала этой участи. И, как известно, Россия у нас занимает второе место по количеству мигрантов в мире. Ну и здесь вы сможете увидеть динамику, цифры. И таким образом у нас получается в России в основном мигранты, конечно, из стран СНГ. В основном это из Узбекистана мигранты, Таджикистана, Казахстана и других стран. Ну, на таблице вы можете посмотреть на графике. И мигранты из Центральной Азии, вообще в России, они предоставляют угрозу, проблемы заключаются в том, именно то, что у них низкая культура, в принципе. Приезжих. А также они создают нездоровую конкуренцию ввиду того, что работодатели оплачивают их труд, потому что он дешевый. В связи с этим нехватка, вообще в принципе нехватка управленческих кадров, она как раз способствует акселерации кризисных явлений в мире. В данном контексте азиатские страны, которые это страны с постоянно растущим населением, в настоящее время тем более, и они предоставляют угрозу возникновения революций в связи с тем, что нету лидеров молодых, которые могли бы управлять обществом в этих странах. Данную проблему невозможно решить за один год или день. В связи с этим необходимо стратегически вложиться в подготовку профессиональных управленческих кадров для этих стран. Это как должно быть со стороны правительства Российской Федерации, в том числе так со стороны международных организаций, зарубежных, российских инвесторов, кто осознают и понимают эту проблему. И в настоящее время в России представители азиатских стран, помимо государственных каких-то объединений, также есть ряд автономных организаций, это диаспоры, землячество, центры, фонды, сообщества. В основном они финансируются, конечно, за счет меценатов. Такие организации мало взаимодействуют между собой, и в основном они не интегрированы в русское общество. И они ориентированы на проведение национальных различных концертов, иногда спортивных мероприятий, которые, к сожалению, однако мало способствуют именно адаптации приезжих в новой среде. В данном контексте комплексная программа, именно подготовка международных специалистов, которые способны работать в межнациональной команде, а также принимать управленческие решения совместно, а также эти люди должны понимать, что они должны развивать свои собственные страны. Такая комплексная программа может служить важным звеном в программе развития территории, в принципе, территорий.
И сейчас в университете, в нашем Санкт-Петербургском государственном аграрном университете у нас есть пилотный проект. Мы работаем с иностранными студентами. Готовим молодых лидеров. В университете у нас обучается порядка 600 иностранных студентов. В основном это студенты из Центральной Азии и из Африки, из различных государств, из 35 стран. И у нас есть международный клуб студентов, где как раз студенты учатся работать в команде. И основной принцип работы – это, конечно же, трудовой патриотизм. Принцип преемственности поколений. Мы работаем, студенты работают с первокурсниками. Активно работаем с русскими студентами. И акцент идет на интеллектуальный досуг. Мы работаем в разных направлениях. У нас и культурные мероприятия. Наши студенты участвуют в городских мероприятиях. Недавно они заняли первое место на вечере восточной поэзии, который проходил в Санкт-Петербурге. Но основной, конечно, основной акцент ставится именно на интеллектуальном досуге. Студенты проводят семинары на различную тематику. Так, недавно у нас как раз был День Африки. Африка, как... День Африки. До этого был День Африки. Еще у нас проходят различные мероприятия. Это также мероприятия, связанные и с сельским хозяйством. У нас был и... Это перспективы разумной аграрной политики. Это День Африки. Вот здесь студенты работали. Основной особенностью этого мероприятия было то, что студенты из Африки работали совместно со студентами из международного клуба студентов. Международные студенты, они помогали готовить студентам их презентации. Ну и также это спортивные мероприятия и туризм. Ну и вообще студенты, как раз работая совместно, они учатся вырабатывать решения, делать совместно видеопродукты, готовить полностью мероприятия. Студенты овладевают первичными навыками информационно-алгоритмического сопровождения проектов. И таким образом, будучи еще студентами, молодые люди приобретают навыки работы в межнациональной команде, в межнациональном коллективе, с одной стороны, опыт создания совместных продуктов, видеосюжетов, написания научных статей, а также осваивают навыки самоуправления. Это как работа со внутренней структурой университета, а также работа с другими вузами и с некоммерческими организациями города. Таким образом, с одной стороны, работа в команде, успешный опыт ведения совместных проектов в межнациональной команде, а с другой стороны, трудовой патриотизм и понимание того, что необходимо развивать свою страну, с которой они прибыли, это очень важно вообще, в принципе, для будущего развития, чтобы молодые лидеры это понимали. И это поможет им в решении, ну, поможет нам в решении как локальных, так и глобальных проектов. И принятие решения глобальных и локальных задач, которые стоят сейчас перед всеми.